одной библиотеке были, я даже название не знаю. Она ничего не понимает. У нас батюшка, какое отношение священник имеет к мирской библиотеке? А там лежат журналы, голые женщины. Он почему не смотрит за этим? Его кто ставил здесь? Да он одну книгу будет 5 лет читать. Он понимает или нет, что тут заложено? Вот наша беседа с Александром Менем — это энциклопедия. Сегодня ее в мире ищут. Александр меня вот очень... Я ей показываю, смотри, благословение. Открыли по благословению епископа. Да. Она ничего не понимает. Если по благословению, вот. Батюшка говорит, если книга написана, что по благословению... По благословению. Это, но это же православное, все. Ну да, это все. Как секта понимать правильно священное писание? Я миссионер. В моем доме многие сектанты стали православными и даже батюшками. Я ей говорю, она не слышит. Я говорю, ты посмотри маленько так. А где это у вас такое случилось? Наскоро в Ставропольском крае? Да, в Ставропольском. Вы проезжали Красногвардию, подружные. Мы сегодня проезжали. Только начали здесь. А. Завтра мы там будем. Это картины наших классиков. До свидания.